препятствует. Ну, пока фармит лес. Пока вроде не похоже на препятствие. Так и чё? Ну, тебе написано, препятствует игре на Луне он. Ну, подожди, а он кэрри Луна? Чё это за Луна? Это четвёрка Луна, что ли? Мёртвая. Так, а как понять? А, нет, подожди, написано лёгкая, лёгкая. Это Луна, лёгкая. Луна, но он играет очень плохо, да? Или чё, почему он в лесу просто? А, нет, ну, собственно, 13 минут, в принципе, логично, что он в лесу. У него очень посредственный скилл-билд. У него очень посредственный итем-билд. Типа медовый хускар, четвёрка ДП, видимо, так? Или чё? Чё, билд дерьмовый какой-то. Вы можете лесной хускар? А все гонят на Луну? Это, наверное, 1к ММР. Нет, это Дивайн, между прочим. Рапирки. Типа манта, просто я поясню, на Луне, если ты хочешь кэч, физ билд, ну, я говорю, Луна, физовая Луна, это очень плохой герой сейчас. Просто физ Луна, это говно. Это не работает, поэтому, в принципе, как бы кто-то может уже репортить просто за это. Но вообще, так говоря, кажется, это не повод репортить. Ну, это просто как факт. Но если ты хочешь поиграть физ Луной какой-то такой, то ты, конечно же... Что это такое вообще? То ты, конечно же, должен покупать мом, глейвы, максить там, может быть, даже бим у тебя не в 4 будет в определенный момент. Типа ты на линии берешь бим, там на третьем уровне тоже берешь бим. Ну, типа там рейнджовиков добивать, может быть, это похарасит кого-то. Но потом по ситуации ты смотришь, возможно, ты даже бим не дамакшиваешь. Ты качаешь глейвы блессинг с момом, пылесосишь лес. И этим занимаешься ты в течение очень долгого времени. В надежде всех перефармить. Короче, очевидно, это мант первым ртом не собирается на такой луне, это бред. Да и раскачка говно, да и вообще. Но тут объективно, так говоря, ну, не только в нем проблем, понятное дело. Какой-то непонятный хускар 4-7, там висп, ну, тут все плохо, что ли. Так, вынести вердикт. Ну, короче, не виновен здесь человек. Он просто плохо сыграл в этой игре. Так, а что? Умышленная смерть, 0.54 у человека. Он не очень хорошо играет на Арквардене, судя по всему. Но умышленных смертей не видно. О-о-о-о! Чемпион игры на Тинкере! Понятно. Ну, это какой-то какой-то бустер на Тинкере против них. Ну, вы поняли, да? Это... Что за ранги? Что за ранги? Это легенды? Так, ну-ка... Чё там? Не, погоди, а как он тут умер? Стойте! Подождите-ка! Подождите-ка! Продает шмотки. Продает шмотки и побежал. И побежал, и побежал. И побежал. Понятненько, понятненько. Ну ладно, тут понятно. Вот понятно. Человек побежал. Не понятно, иллюзия вообще. Так, а кто здесь нарушает? Кто? Так, Раста. Не нарушайте, пожалуйста. Препятствует игре, говорят. Пошел. Пошел он на шамане. Оп. На! Пристрелили Шамаича. Ну, шамана игра, конечно, не задалась. А чё, он на хату просто? Шмотки бьет! Бьет шмотки, все. Пошел разбивать шмотки. Варды бьет. Но справедливости ради, по-моему, они уже бросили играть в этот момент. Хотя... Да нет, что-то вроде пытаются. А шмоток нет уже.
Смоки бегает. Ну понятно, ладно. Ладно, этот виновен, этот виновен. Я, если я вижу, что кто-то шмотки бьет, ну, пока еще тир 2 вышки ставят, что называется, это виновен. Так, куночка, вот, ну, дивайны поинтереснее, потому что все-таки на рейтингах в 2К ММР там о чем-то судить тяжеловато. Там слишком низкий уровень игры, хрен его разберешь. Все-таки на дивайне человек должен уже что-то показывать. Он тут не просто так, это все-таки это высокий рейтинг. Это очень высокий рейтинг дивайн, это гораздо выше среднего. Гораздо выше среднего. Средний рейтинг это в районе героя легенды. Вон там средний. Дивайн это уже задор. А к Дивайну уже и вопрос. Мидас пошел. Его зарепортили за Мидас, я уже чувствую. То есть его реально подрепортили за Мидас. Скорее всего, Мидас купил. Ну, классика, меня тоже так репортили, если что. Просто Мидас покупаешь, тебя уже репортят. Типа, как будто бы Мидас нельзя купить. Как будто бы этот предмет, он как-то под запретом или чё. А МСБ-очка, ну и чё? Ну фармит он лес. Фармит Радианс или чё? 4000 голды, типа, на руках. 4000 голды на руках. Радик, нет? Кераса? Нет, БКБ. Да, Радик. Ну вот Радик, это, конечно, ну, понимаете, это максимальный руин. Радик в этой игре покупать... если что, против Джаггера, там, Эмбера, всем насрать на твой Радик, но... Ее книгу стырил. Ну, как бы, понимаете, опять же... А вот он посчитал, что так нормально. Ну, посчитал и посчитал, что бухтеть-то, правильно? Мы-то ему не указ. Ему вот кажется, что так правильно будет. Тем более, что он дает в ротацию и уходит. А, это чемпион игры тупо. Ну да, ну, короче, ладно, это понятно, это... Абсолютно невиновный человек, которого зарепортили несколько раз, видимо, за то, что он покупает Мидас и не разваливает всю карту, как No One. Подожди, что у меня патруль бесконечно теперь будет? Наконец-то! Так, а вдруг это рапиры? И чё? Ну, рапиры, дальше чё? Его репортили гораздо раньше того, как он вообще начал что-то покупать, предметы какие-то. Если его там забулили всей тимой из разряда, что да ты покупаешь Мидас, руинер, ты бегай гангай, давай выигрывай нам игру, мы тут будем фидить, на антимагах фармить, а ты давай нам выигрывай. И он говорит, и он просто говорит, да я куплю рапиру и буду разъебывать. Потом он ее всрал и просрал игру. Да, блядь, пошли те чуваки в жопу, которые его зафорсили на это. А даже если он просто купил рапиру, понимаешь, покупка рапиры не запрещена в компьютерной игре Dota 2. Есть этот предмет. Типа, и не поверишь, его можно взять и выиграть игру. Вот. А если ты купил рапиру, типа ее всрал, и это повод для репорта, то ты не понял немножко, как работает система репорта. Она работает так, что ты купил рапиру и выложил ее, например, противником просто под тавер. Или что-нибудь такое. Или ты ее купил, выложил на фонтане и пошел без нее там драться. Вот так работает. А если ты купил рапиру и типа в драке ее потерял и игру проиграл, так не работает. Это не повод репортить человека. Он посчитал, что он так выиграет, он не смог. Так, а чё Пудж-то? Злоупотребление способностями на Пудже. Он без ботинка линзу фармит, кстати. Опа. А, он злоупотребляет способностями! Он злоупотребляет! Он злоупотребляет способностями. Ну-ка, погоди. Между прочим, он хотел спасти Темпларку. Смотрите, у него были благие намерения. Он нажал смог. Он пошел кого-то ганжить, увидел, как фантомку душат. Ну... что? Да я не думаю, что он хотел плохо сделать, если что. Я реально не думаю, что он хотел плохо сделать. Мне кажется, он хотел захукать Никса или что-нибудь такое сделать, там, Шторма захукать. Но получилось, что заруинил. Но при этом, что Дизраптор, скорее всего, все равно бы успел сбить этот ТП. Как бы, так что тут, да, это даже не порешало. Просто мемный момент случился. Ну и Пуджа зарепортили, небось, за это. Хотя зарепортили его раньше, якобы. Хеба. Все, кстати, говорят, это фишка, если что. Так-то это фишка. Поняли? Это фишечка. Потому что, вообще-то говоря, хук не сбивает своему союзнику ТП. Но тут так произошло, что... как бы... Ну, короче, это...
это фишка такая. Темпларк успела улететь на базу, но так как ее хукал Пуч, она после ТП оказалась у Пуджа, потому что, типа, Пуч ее захукал. Так можно ботл рефилить, если вы в пати играете. Вот. Короче, очевидно... Ай, не дотянулся. Очевидно, Пуш вообще ни при чем здесь, ребят. Он просто хотел, он хотел как лучше. Получилось не очень.